Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами с моим любимым простым способом приготовления творога. Минимум работы, и творог получается нежный, зернистый, идеален для приготовления сырников и блинчиков с творогом. Для приготовления творога нам понадобится 1,5 литра свежего молока и 1 литр кефира. Их можно использовать в холодном виде, прямо из холодильника. Залить молоко и кефир в кастрюлю, желательно с толстым дном. Перемешать и оставить на ночь при комнатной температуре часов на 7-8, или можно смешать с утра и вечером доготовить. По прошествии 7-8 часов кастрюлю поставить на средний огонь и просто наблюдать, перемешивать не нужно. Через некоторое время вы увидите, как начнет отделяться сыворотка и появятся сгустки творога. При помощи лопатки вы можете следить за степенью загустения творога, но не перемешивайте. Когда увидите первые пузырьки закипания, сразу же выключайте плиту. Кипятить творог не нужно, просто нужно довести до кипения. Далее творог откинуть на дуршлаг, покрытый марлей, в несколько слоев. Под дуршлаг можно подложить глубокую посуду, чтобы туда стекла сыворотка. Из нее получаются замечательные блинчики. А также я люблю пить сыворотку в горячем виде, только что приготовленную. Далее надавить лопаткой на творог, чтобы вытекла сыворотка. Поверх творога я укладываю подходящую по размеру тарелку и сверху что-то тяжелое. В данном случае у меня банка с капустой. Оставить в таком положении на несколько часов, на 2-3 часа, чтобы стекла лишняя сыворотка, и творог готов. Подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждут еще много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита и до новых встреч! Пока!